Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Что это, определить трудно. Сейчас распечатаем, посмотрим. Так вот, в такой пупырчатой упаковочке. Так, это у нас чехол для бампер для айфона, для 5-го айфона. Хорошо упакован. Заказ был сделан на сайте AliExpress. Стоимость данного чехла бампера $3. Вот таким вот образом вставляется он. Вытягивается, вставляется телефончик и назад задвигается. Ну вот такой вот под кожу сделанный бампер. Это вроде как металлическое на ощупь, такое прохладное. В общем, заказ был сделан на сайте AliExpress. Доставка заняла около месяца. Стоимость, если не ошибаюсь, около 4 баксов. На этом все. Всем спасибо. Ссылку, кому интересно, приложу в описании. Можно заказывать. Чехол качественный. Нигде не люфтит. Никаких вроде бы погрешностей. Жалоб на него на первый взгляд нет. Сейчас нет телефона, к сожалению, не могу проверить, как он будет смотреться. На этом все. Всем спасибо, всем пока.